Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко, и сегодня я хочу поделиться с вами хорошей новостью. С 23 по 27 августа будет премьера Monster смартфона Alcatel W15P. Почему Monster? Да просто потому, что у него батарея 15600 мАч, и я не ошибся, да, 15000 мАч батарея. И это защищенный смартфон, и не просто защищенный от пыли и влаги, кстати, по стандарту IP68, а еще и защита от ударов по военному стандарту MIL-STD-810G. А это означает, что ему не страшны падения с высоты 1.5 метра. Ну и чтобы вы не заряжали этот смартфон в вечность, в комплекте будет также быстрая зарядка на 18 Вт. На этом плюсы, конечно же, не заканчиваются. Это еще и 5G смартфон. Хотя для наших стран это и не сильно актуально, но будет запас на будущее. Ну и помимо этого, с железом здесь также полный порядок. Процессор Dimensity 700 – это довольно-таки производительный процессор в среднебюджетном сегменте. Можно будет поиграть и в требовательные игры. 8 128 ГБ памяти, 6,5 дюймов дисплей, 3 камеры, основная из которых Sony на 48 мегапикселей и свежий Android 11 на борту. Ну и как вы видите, этот смартфон хорошо подойдет для активных людей, экстремалов, путешественников, рыбаков и охотников. Также есть приятный бонус. Первые 100 покупателей получат умные часы в подарок, а последующие от 100 до 600 покупателя получат беспроводные наушники в подарок. И акционная цена в момент премьеры будет составлять 299 баксов. Не акционная, регулярная, обычная цена – 400 долларов. Если вы надумали покупать этот смартфон, то сделайте это в числе первых, так как вы получите неплохую скидку плюс подарок смарт-часы или наушники. Все ссылки на этот смартфон будут в описании под этим видеороликом. А всем спасибо, кто смотрел данный видеоролик. Всем пока, до новых встреч!